Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с этим замечательным и великим праздником для всего человечества – Рождество Христово. Это самый уникальный праздник на всей земле. Когда Иисус Христос пришел на эту землю 2000 лет назад, и ангелы пришли к пастухам и сказали: «Возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям – рождение младенца Иисуса Христа». Дорогие братья и сестры, я хочу поздравить каждого из вас с этим великим праздником Рождества. Пусть радость Божья, радость спасения, радость Божьей любви пребывает в каждом доме, в каждой семье, в делах рук, на работах. Радость того, что Иисус Христос, Царь царей и Бог богов, пришел в наши жизни, спас нас, оправдал и помиловал. И сегодня Он царствует. Я благодарю Господа за каждого из вас, за церковь, за семью, за единство, что вместе мы, славя Господа, наполняемся Его радостью и любовью. И наша жизнь, она изменена благодаря Его жертве на кресте. Спасибо каждому за ваше служение, верность, посвящение, за семьи, дома, за то, что мы одна семья. Люблю вас, благословляю. Пусть Бог благословит каждого из вас с праздником, с Рождеством Христовым.